Я хочу вам рассказать про силу воли. Есть мечта, есть цель, есть стремление и так далее. Если даже у вас есть цель, но нет силы воли, и каждая мелочь остановит вас. Как я в себе воспитывал силу воли? Я постоянно слышу людей, которые жалуются, что у них силы нет. Жалуются, что они не успевают. Жалуются, что у них, знаете, вот они говорят, ты знаешь, вот вообще силы не остается. Я так устаю и так далее. А вы знаете, почему вы устаете? Сильный человек не тот, который родился в удобном условии, и у него есть все ресурсы, у него есть все возможности. Я бы не сказал, что он является сильным. А сильный человек, который, можно сказать, родился, неважно в каких условиях, он осознал. Он не говорит, что если я родился бы богатым, если у меня был бы, чтобы кто-то помог, если у меня там все было бы по-другому. Он не говорит такие вещи. Сильный человек, он просто возьмет и делает. Дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, я поприветствую вас с Таджикистана, с местности Фарзот. Фарзот – это один из наших аулов, где много людей из моего села поднимаются сюда, чтобы летом просто 3-4 месяца провести время. Здесь очень красиво. Здесь вот она источник. Откуда начинается река? Одно из источников – река Заравшан. Она вот так спускается. Потом много-много долин и очень-очень много-много ручейки собираются, превращаются в речки и так далее. Река Заравшан, если вы посмотрите по карте, вы это увидите. Видите, какая красота. Я иногда сюда приезжаю, чтобы книги писать. Я иногда сюда приезжаю, чтобы просто восстановить себя. И я считаю, что надо восстановить себя. И надо, чтобы у вас было место, где вы можете это делать. Дорогие мои, хочу вам кое-что сказать. Хочу вам рассказать сила воли. Сегодняшняя моя тема – сила воли. Дорогие мои, посмотрите на это люди, которые на этой земле трудятся. Вы понимаете, зарабатывать именно под камень, работая, что-то делая, добываясь, это не так просто. Не каждому дано. Дорогие мои, я хочу вам рассказать про силу воли. Мой сегодняшний именно ролик записал именно для того, чтобы поддерживать, помогать тем людям, кто хочет воспитать в себе силу воли. Дорогие мои, что я имею в виду? Есть мечта, есть цель, есть стремление и так далее. Вы знаете, если у вас есть мечта, но у вас нет силы воли, вы легко сдаетесь на полпути. Вы не можете все довести до конца. Если даже у вас есть цель, но нет силы воли, и каждая мелочь остановит вас. За всю годы своей жизни я это много раз встречался. Огромное количество людей, которые приходят ко мне, они умные ребята, талантливые ребята, да у них нет силы воли. Скажу вам вот что. Чтобы сила воли у вас формировалась, сначала научитесь, пожалуйста, расширять свои границы. То есть, если вы 10 раз могли делать анжимани, попробуйте делать один раз больше. 12 делайте, 13 делайте. Вот это между 13 и 10, именно это расстояние формирует вашу силу воли. Если вы даже постоянно будете делать на грани 10 и обратно бросаете, ничего не изменится. Например, финансовый потолок вашего дохода. Финансовый потолок вашего дохода. Вы зарабатываете $500. Вы очень мечтаете заработать 1000. Вы думаете, что это не имеет связи с вашей силой воли? Кто вам так сказал? Если вы мечтаете зарабатывать, например, $800, вот это между 800 и 500, для этого нужна сила воли, чтобы расширять свои границы. Как я в себе воспитывал силу воли? Это жесткая дисциплина. Я именно называю фанатичная дисциплина. Фанатичная дисциплина и по отношению к спорту, и по отношению к образованию, и по отношению к финансах, и по отношению к здоровью, и по отношению к самому себе, духовной практике. Честно скажу вам, в первую очередь мне хорошо помогала духовная практика, потому что когда мне мама отдала 12 лет, 8 лет мне мама отдала наставнику, с 12 лет я начал пятикратную молитву почитать. И это в чем мне изменило в моем сознании. Ты не можешь сказать, время нет, ты не можешь сказать, что завтра накоплю, потом это сделаю, или попозже сделаю, с понедельника начну и так далее. Такого нет. Ты просто должен это делать вовремя и своевременно. И знаете, со временем это стало для меня хорошая привычка. То есть, эта сила воли позволила мне формировать привычку. Когда привычка формировалась, я это делал просто естественно.
Каждый день это делать стабильно, естественно, даже не задумываясь. То есть это дошло до такого уровня, что ты не думаешь, стабильно на это время делаешь. И потом я понял, почему бы это не принести свою жизнь в другие параметры своей жизни. Например, каждый день читать один час книги. Каждый день один час хотя бы читать книги. Вы знаете, если вы каждый день один час книги почитаете, что будет с вами? Вы знаете, если вы каждый день стабильно, хотя бы 40 минут или один час займетесь спортом? Ваша физическая подготовка, ваше физическое тело начинает генерировать много энергии. Я постоянно слышу людей, которые жалуются, что у них силы нет, жалуются, что они не успевают, жалуются, что у них, знаете, вот, они говорят, ты знаешь, вот вообще силы не остается, я так устаю и так далее. А вы знаете, почему вы устаете? Потому что ваше тело не генерирует энергию, ваш мозг постоянно думает, как трудно, как тяжело, сколько еще надо делать, когда это все закончится, дорогие мои. Если вы действительно хотите, чтобы у вас было много энергии, начните прямо сегодня. Развивайте силу воли в начале. Сила воли позволит вам открывать новый дверь. То есть как? У вас перед вами появится, если вы проявляете силу воли, например, и начнете каждый день 40 минут или там, не знаю, один час заниматься. Я скажу вот просто. 100 переседаний делайте, 100 анжиманий делайте, 100 пресс делайте. Но делайте это каждый день. Каждый день это ваша физическая подготовка. Внимание, обратите. Ваше тело, чем больше вы работаете с ним, тем лучше он становится. Теперь, каждый день один час читайте книги. Плюс один час попробуйте смотреть вот такие YouTube-ролики и конспектируйте их. Я могу вам сказать, ваш ум с каждым днем становится лучше. Чем больше вы работаете со своим умом, тем больше он вам помогает и становится лучше. Ваше духовное направление. Каждый день тренируйте свою духовную сторону. То есть делайте вспоминания Всевышнего, читайте молитвы, служите, как ваша религия позволяет. Неважно, вы христианин, мусульманин, кто вы, служите, пожалуйста, продолжайте это делать. Дорогие мои, вот что такое сила воли. Это дисциплина. Сила воли формируется, это как второе дыхание. Повторяю, как второе дыхание. Как? Например, посмотрите на металл. Металл, когда становится очень жесткий, когда превращается в сталь. Например, металл кузнец возьмет, согревает, а потом дает форму, которая ему нужен, но потом он его обязательно в холодной воде окунает. И, соответственно, поставит в холодной воде, чтобы этот металл превращался в сталь. Она становится очень сильным. А теперь внимание, а когда человек может стать таким сильным, именно как стал, могущественным, можно сказать, уверенным и так далее? Когда у него получается эти вещи делать? Я вам скажу, когда. Когда вы переживаете удачи и неудачи, когда вы преуспеваете разбогатеть и порой попасть в долгах, когда вы испытываете эмоциональное давление, когда вы испытываете, можно сказать, одновременно в жизни, бывает же такое, у вас в делах подъем и падение. Вы поднимаетесь, добиваетесь чего-то, а потом начинаете еще иногда падать. Когда вы приобретаете и потеряете. Когда вы любите и порою, можно сказать, можно разочаруетесь. Вот это все закаляет вас. Запомните, пожалуйста. И вот это все формирует ваша воля, сила воли. Сильный человек не тот, который находится наверху. Сильный человек тот, который падал и нашел в себе силу подниматься. Сильный человек не тот, который родился в удобном условии, и у него есть все ресурсы, у него есть все возможности. Я бы не сказал, что он является сильным. А сильный человек, который, можно сказать, родился, неважно в каких условиях, он осознал. Он осознал, что неважно, ресурсы есть или нет, внешний мир может быть против тебя, внешние все ситуации, положения, все против тебя. Он не ждет. Он не говорит, что если я родился бы богатым, если бы у меня был бы, чтобы кто-то помог, если бы у меня там все было бы по-другому. Он не говорит такие вещи. Сильный человек, он просто возьмет и делает. Вот сила воли управляет и ставит цель, и начинает выйти из этой рамки, которые большинство людей считают, что невозможными. Махатма Ганди говорит, что все остается невозможным, пока не появится кто-то, кто это сделает. Понимаете? Все остается невозможным до тех пор, пока не появится кто-то, кто это сделает. Я верю в эту фразу, которую Махатма Ганди говорит. Это великая мысль.
Это правда. Поэтому, дорогие мои, проявляйте силу воли, расширяйте свои границы, по чуть-чуть. А как в себе формировать силу воли? Начните от маленького, каждый день. Начните от маленького, каждый день. По чуть-чуть расширяйте свои границы. Понемножку, понемножку. Проявляйте фанатичную дисциплину. Стабильно откладывайте деньги. Стабильно читайте книги. Стабильно занимайтесь спортом. Стабильно молитесь. Стабильно проявляйте любовь. Стабильно делайте добро. И я могу уверенно сказать, что ваша жизнь день за днем изменяется. Нужна вам сила воли. А если вы хотите, чтобы это еще усиливаться, иногда просто найдите, посмотрите в таких примерах. Я когда смотрю на этих фермеров, я приезжаю сюда, иногда посмотрю на них, и сижу, думаю, каждый год этот человек поднимается сюда, в эти горы. Каждый год он это делает. Вы понимаете, что он надеется, что он найдет свой, он свой доход найдет именно кусок хлеба для свою семью, и он идет и работает. Вы понимаете, это чудо природы. Воспитывайте в себе силу воли и станьте великим человеком. Ставьте лайк под эта рубрика. Рекомендуйте нашу рубрику своим друзьям, знакомым. Посмотрите налево, направо и нажимайте на следующих роликах, чтобы посмотреть что-то еще дополнять, закрепить себе. Продолжайте свой цепочка знаний. Успехов вам!